Менеджер социальных проектов Общественного объединения инвалидов «Особый мир» Марина Абазовик пришла сегодня на участок для голосования на базе 29-й средней школы вместе с мужем, сыном и своими коллегами. Уже очень давно здесь уделяется особое внимание слабовидящим избирателям. Для них предусмотрены специальные трафареты с тактильными метками и лупы. С помощью этих приспособлений они могут без проблем сделать свой выбор и отдать голос за кандидата в депутаты. На самом деле очень приятно то, что наши особенности, наши потребности учитываются, вот, и здесь предоставлены возможности для того, чтобы самостоятельно, действительно, полностью незрячий человек смог проголосовать. Члены комиссии подробно объясняют каждый раз нашим избирателям, каким образом пользоваться этими трафаретами, и мы рады тому, что они практически самостоятельно могут пользоваться ими и, соответственно, вот свою гражданскую позицию, свой выбор сделать. На 58-м участке Бобруйского сельского округа зарегистрированы 1933 избирателя. Их явка на участок по состоянию на текущий период составила более 50%. Местные жители активно приходят на голосование, чтобы сделать свой выбор и внести лепту в благополучие нашей страны. Чтоб наше государство процветало, как мы выберем кого, значит, все будет зависеть от этого, кто будет у руля руководить там. Мы должны сами решать свое будущее, как бы сами, ну, выбирать, ну, делать свой выбор, скажем так. Это, от этого зависит наше будущее. К слову, для людей с ограниченными возможностями также предусмотрена и безбарьерная среда. А это значит, что они могут беспрепятственно попасть на избирательный участок по специальным пандусам. Внутри помещения тоже есть все условия для голосования. У нас предусмотрена кабинка, и в этой кабинке вот имеется специальная тумбочка, чтобы человек мог подъехать на колясочке. Здесь вот у нас специально предусмотрена возможность подъехать без каких-то ограничений. Поэтому могут приехать и проголосовать. Людмила Любимцева, Николай Силков, Андрей Богдан, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.